Он ему вырезал полдомика, он его убил. Он начинает его молнией убивать. Смотрите, он в чат ему пишет. Питер Пен забанил консоль Фрути. Ты хули делаешь, пидорас? Иди нахуй, блин. Ты его оскорбляешь. За самый хуй, блин. Блин, ты его пидорас. Сейчас его лишат привилей. Ты лишил, блин. Он не лишил привилегий. Стою прямо на спавне и выдаю админку каждому совершенно бесплатно по желанию, поэтому заходи на сервер, IP в описании ролика, не упусти свой шанс бесплатно получить админку. Вот он я, ютубер Сержа, всех жду! Приветствую вас, дорогие друзья, снова под новым ником Вова73. Я замечаю такую ситуацию, как тарантул Питер Пен начинает крушить дом, даже он как-то лаги вызывает. Обычному игроку, на этот раз я нахожусь, вон, смотрите, он в чат ему пишет, они в чате начинают ругаться. Я, как обычно, смотрите, какой у меня скин. Просто наблюдатель, я в невидимке, меня не видно. Но зато я наблюдаю, как владелец сервера, то бишь Тарантул, да? У него есть все команды. Влезть в приват, может все, что угодно делать. Он ломает ему домик. А это обычный игрок. О, он ему вырезал полдомика топориком. То есть владельцы это могут делать. У них есть сет, есть кат, все, они это могут делать. Все, они дерутся, они ничего... Во, он его убил. Но понимаете, в чем суть? Он сейчас вернется и начнет его дальше там мучить, убивать, не знаю, что с ним делать. Я наблюдаю просто самый прям беспредел. Во, вернулся, пожалуйста. Беспредел на сервере владельцев. Я буду их наказывать. Мне жалко обычного игрока, у него был обычный, кстати, домик. Не крутой какой-то, не 10-этажный, Вот, он его убил, он прописал ему килл. Конечно, он его будет, он меня не видит, если что, Питер Пен не видит. Домик смотрим, смотрите, хороший домик, все у него хорошо здесь, обустраивал человек. Смотрите, что они пишут в чате друг другу. Все, здесь происходит беспредел, просто полнейший. Ребята, ставьте лайки, потому что... Если вы согласны тем, что я наказываю такие гриперы, ставьте лайки, вот, смотрите, что они творят. Плеер Питер Пен кикнет его, он его кикнул с причиной петушара, человек опять зашел, он его кикнул. Или Питер... Опа! Смотри, что творит. Он начинает над ним издеваться просто. Он начинает его молнией убивать. И понимаете, таких на сервере очень много. Очень много таких. Он по нему попасть, правда, не может. Все, он попадает. Все. Все, начинает над ним издеваться. Ай! Мне на самом деле больно наблюдать такую картину, потому что игрок зашел, все, просто поиграть, а его убивают. Вы скажете, почему я сейчас ничего не предпринимаю? Потому что, во-первых, снимаю выпуск, чтобы показать это все вам. Потом я помогу игроку восстановить его домик. И я беру привилегию Питер Пена 100%. Тарантул, они могут менять префиксы. Все, он еще убьет грифера. Смотри, что он делает, он походу вырезает опять. Он ему сетнул опять домик вообще. Пол домика ему сетнул, все. Владельцы сервера могут всем этим заниматься. Обидно, конечно, то, что они именно пользуют, так используют права, что портят людям жизнь. Все, смотрите, подошла кульминация. Питер Пен забанил консоль Фрутик. Естественно, причина не нужная. Естественно, мы сейчас будем быстрее разбанить этот ник. Консоль разбанивает консоль Фрутика, потому что сейчас мы будем с ним связываться. Смотрите, он зашел на сервер, давайте мы будем лично писать, чтобы этот не спалил. Вот, давайте напишем GoSkype, он мне тоже говорит, пока он не знает то, что я главный админ. Ну, он так и будет над ним издеваться. Сейчас попробуем. Прям нафигачим в чат. Го, видите, во, он сразу отвечает, ну естественно. Го, Яков Штейндерберг, что вообще? Ладно, секунду, сейчас будем созваниваться. Алло. Слушай, он тебе сейчас гриферит, да? Да, он вообще охуел, блин. Во. Что он делает? Он весь твой дом за это самое испортил, да? Что он сделал с твоим домом? Я не знаю, он мне, короче, прилетел и начал все ломать. Он меня еще забанил, просто ни за что. Да? Так, смотри, надо тебе... Ты скрины на него делал? Да. Ты отправлял их в группу? Нет. Не отправлял, отправил в группу. А сейчас вообще свяжись с ним, разузнай его скайп, и давай его тоже скайп добавим. Давай, сейчас я ему напишу. Давай, давай, пиши ему прям в личку. Куда он делся? Напиши ему в личку, го в скайп. Не знаю, скажи ему, что ты сейчас дашь ему денег, чтобы он дом вернул. 100 рублей, например. Напиши ему что-нибудь, что ты 100 рублей ему дашь. И он тебе скайп точно скажет, он поведется. Потому что он тебе точно сейчас скайп даст, он тебя гриферил. Давай.
написал. Давай, я ей написал скайп. Сейчас я его добавлю. Давай, созвонись. Давай. Алло, хуй сосы, блядь. Ты хули делаешь, пидорас? Чё, блядь, я тебя загрифлю, нахуй, иди ты нахуй. Шавка ебаная, шо, мать моя ебаная. Ты охуел, блядь? Иди нахуй, сука, верни мне видос. А иди нахуй, блядь, долбоёбу дом возвращать. Я лучше твою мать выебу. Я тебе в группу отправлю, и тебе пизда с тебя снимут, всё, и забанят по IP. Я, блядь, твою мамашу скину скрины, как она у меня сосет, блядь. Слушай, Петр Пен, ну ты же не прав, ты же ему дом весь изломал. Ты ебал, ты за нахуй, завали. А я тебе вообще что сделал? Ну что ты его оскорбляешь? Ты сосал мой хуй, блядь, ты пидор ебаный. Ну ты же... Закрой! Понимаешь, ты же его дом вообще, ты и забанил его, и дом его сетнул, и... Да, блядь, да вы пидорасы ебаные, нахуй. Почему? Ты же его дом испортил. Тебя надо лишать привилегий, понимаешь? А, мне похуй. Да, консоль Фрустик, выложи скрины на него в группу. Хорошо. Сейчас его лишат привилегий. Кто лишит? Ты, блядь! Ты лишишь? А чё? Нет, я, может, и лишу тебя как-то. Сейчас тебя забанят. Все, он блядь, уже... Блядь, ты просто игрок, нахуй. Я просто игрок. Ну, я знаю, что я просто игрок. Да. Мне просто флай дали, я вот летаю, смотрю. Но... Я вижу, блядь, я нахуй сейчас, сука... Давай. Петр Пен, групп, сет, плайер. Ноль, Петр Пен. Слушай, попробуй что-нибудь сделать, Петр Пен. Что-то ты не летаешь уже. Я же написал в группу. Ты сука, ты кто, блядь, вы чё охуели, блядь? А ты, тебя всё-таки лишили привилегии, да? Петр Пен, да. Знаешь, кто это сделал? А ты, я же скрыну в руку. Охуели, ебаная мать, вы же ебаные, ебанутые, пиздоёбки, ебаные, хуеглотки, ебаные, ебаные, завалитые, хуесос, блядь. Бляд, понимаете, Петр Пен, консоль Фрутик подал на тебя жалобу, и тебя сразу лишили привилегии, понимаешь? У нас всё оперативно работает, понимаешь? Нас все прям Вась. Да, твоя мамаша в жопе, нахуй, все оперативно работает, пидорас. Верни, нахуй. За что возвращать-то? А не я. За то, что я, игрок на этом сервере покупал привилегию за свои деньги, а ты, пидорас, блядь, лишил я... или кто? А я при чем? Он жалобу подал, тебя лишили. Я здесь при чем? Скажи мне вообще. Понимаешь? Ну, сука, ебаная администрация, мальчик, ебал, просто, сука. Я сейчас зашел в группу, там, блядь, штук 20 на тебя жалуют. Там... Сука! Все там жалуются. Морозилка. Да, блядь, мамаш ебал. Петр Пен, все, понимаешь? Наверное... Да. Главное, консоль Фрусик победил, а тебя мы сбросим со скайпа, да? Не надо, пожалуйста! А что ты сделать готов? Как ты... Верните, ну... Пожалуйста. Никто тебе ничего не вернет. Да пожалуйста! Че, пожалуйста? Нет. И мало нет. Того! Нет. И мало. Я тебя в чате просил успокоиться и вернуть мне да, дом. Да, я тебя консоль вообще забанил. Извини, тебя консоль еще и забанила, понимаешь? Тебя лишили привилегии и забанили. Ты нам врал! Что-то привилегии, Иван, пизда! Консоль Фрутик, ты доволен, что все так? Я очень доволен! Сбрасывай его, консоль Фрутик, ты же ему звонил. Сбрасывай его, он нам не нужен больше. Все, сбросил? Да. Молодец, ты доволен, что я помог тебе? Да. Ты рад? Смотри, мы сейчас потихонечку твой дом будем восстанавливать. Даже, может быть, сейчас попробую я команду его отменить на кат. Это я, на самом деле, главный админ сервера. Рад познакомиться. Кстати, поздоровайся с ребятами. Тебя снимает сейчас YouTube. Серьезно? Да, я антигрифер шоу снимаю. Слушай, а скажи свой канал. Серджо. Знаешь такой? Серджо. Сейчас я в YouTube наберу. Вот смотри, вот я в чате написал Серджо. Если не знаешь, приходи, увидишь ролик на днях, я выложу. Ребята, пишите
привет консолю Фрутику, мы ему помогли, мы забрали у Грифера администратора, забанили его, и сейчас будем восстанавливать домик с Фрутиком, поэтому... Я нашел. Во, молодец. Я подписался на тебя. Молодец, все, спасибо. Поэтому всем пока, дорогие друзья, попрощайся. Блин, ты крутой. Все, а мы будем восстанавливать домик. Ребята, спасибо, всем... Всем пока. Ребят, ставьте лайки ему. Все до единого ставьте ему лайки. Все, ставим лайки мне, ребят. Дорогие друзья, я решил выдать консолю Фрутику владельца сервера за то, что он пережил. Мне не жалко, самая последняя привилегия. Как ты рад? Я очень рад, очень. Спасибо тебе большое. Не за что, играй, наслаждайся, ты честный игрок, помог. Поэтому, ребят, если вы хотите тоже попытать удачу, сняться в ролике и как-то побыть жертвой, не знаю, случайно вот так вот, и получить еще и владельца, потому что я хочу им всем выдавать владельца, кто так пережил такую боль. Заходите, я пью в описании ролика, поэтому пока, консоль Фрутик, играй, наслаждайся, я в поисках спасибо нового Спасибо тебе большое.